Всем замечательного настроения, вы на канале Бодр Геймер, на связи Эл, и значит мы отправляемся в путешествие в очередную старенькую игру, давно забытую, наверное, забили все на нее, как и я в свое время. Игра мне показалась когда-то сложной, да, это Блейд, и почему-то очень страшной. Вот будем разбираться, почему. Как так случилось-то, что диск стоял на полке, и сейчас он просто в разобранном виде где-то, наверное, валяется. Эх, бедный диск. Так, ну что, без лишних слов, начинаем. Ну, выберем обычную сложность. Я не Володя. Если хотите увидеть хардкор, там вот, да, есть еще Володя у нас. Хардкорщик наш штатный. Вот. Вот имени. Ой, хотелось на клавиатуре нажмякать. Так, где Э? О. Не, еще не все. Эх. Надо было написать эх. Это больше похоже. Так, так, ну давайте как-то... да. Да, пере... Да. А, треугольник, да. Запутали меня хорошечно. Так. А, чудесно, продолжить. Врываемся в путешествие. Летяшечки. Еще одна дождливая ночь в большом городе, ребята, которая вовлекает нас в две недели плохой погоды, и за этим следуют плохие новости. О, Даса, какой красавчик. Сезон, который у нас здесь есть. Пока этот дождь моет улицы, должно быть снижение криминальной активности, которая в последнее время досаждает Южному округу. И... Еще раз, и для повторения того, что мы уже сказали в нашем эфире, полицейский департамент выпустил постановление, предлагающее награду за любую информацию, касающуюся недавних убийств в Южном округе города. Член комиссии Джеймс подтвердил, что эти преступления явно являются делом рук гангстеров. На этой ноте и на дождливой штормящей ночи в городе... Я возвращаю слово Джилл в студии. Давай отправим эту птичку обратно на землю, Фил. Здесь наверху сегодня слишком ветрено. Какая информативная заставка. Опа, опа, опа. Тусить начинаем. Погнали. Ага, что-то крутится. Дислер, ты там? Да, здесь. Магика слежения GPS. Я провел магика тебя слежения на транспортный терминал GPS. Следит за всем. Тебе понравился полет? Обслуживание было не очень. Где ты встречаешься с Вон Эсперс? Их гнездо около воды, где-то в районе склада. Тебе нужно будет попасть в доки. Около воды? Это прямой бег. Они комаришки, походу. Еще что-то мне надо знать. Я тебя прикрою. Свяжусь с тобой, когда ты будешь у цели. Когда ты будешь у ели. Когда ты будешь у ели. Это, наверное, специально сделали. Чтоб такие, как я, противные. Опа, цель. Вижу цель. Цель только что из пончиковой вышла. Опачки. Оп. Все. Простились. О, сдача с пончиков осталась. О, 16 долларов. Хорошо. Так. А, вот, в общем, одна из причин, почему я в эту игру перестала играть, потому что тут нужно убивать вот этих полицейских, и мне казалось, что это очень плохо. Ну, это плохо, конечно, если полицейские полицейские. А тут полицейские хитрецы еще те, потому они вместе с вампиросами творят... Чё? L2! Для перезарядки. Что? L2 для смены оружия, блин. Все, я поняла, спасибо. Разберусь как-нибудь без ваших писюлек. Ага. И что мы имеем? Ящики. Ящики имеем. Так. Да. А-а-а! Все, все, я поняла. Вот он же, вот он. Прыгаем на... Да, я поняла. Прыгаем на треугольничек. Опа, кто-то стоит. На. О, господи. Блин, все патроны расстреляла. Просто балбес. Так, хорошо. О, патроны. А, чудесно.
чудесно, сказочно, прям волшебно. А идем дальше. Музыка здесь явно работает как отвлекающий маневр. Ты такой забываешься, начинаешь танцевать, и тут такие киа, выскакивай. Ага, вот все я вижу. Я все вижу, я все знаю. Опа, смотрите как. Опа, просто мастерски. Прыгаем, побеждаем всех. Опа. Запрыгнули аттракцион. Проезжаем свою станцию. Выходим. Оп. 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 Опа. Как хорошо. Прыгаем. Патроны. Ага. Кирпичная кладка. Ящик. Мужик. Темнокожий. Окно. Достаем пистолет. Разбиваем. Это что? Водоворот, омут памяти. Да. Вот так. Хе-хе. И шо? И шо? Опа, опа, опа. Ага, у него выносливость есть. И моя физиомордочка перекрывает эту выносливость. Выносливая физиомордочка. Так, ладненько. Что делать тут? А что делать-то? Надо идти-то дальше. Вампиры уже захватывают мир, уже внедряют во всех свои просто клыки. Уже все, надо быстрее всех спасать. Я не могу никак. Куда мне надо идти? Так. Ой, что, тоже пончиков переел, что? Чего не допрыгнул-то? Ой, балбес. Так, ладно. Что? Где-то дырка должна быть, в которую можно зайти. А где эта дырка? Ага. Нет, отсюда мы начали, из этого вот. Значит, здесь. Ого! Вообще просто я этот... Ой! Ой! Я от страха аж чуть... О! О! Моему чё, бошку снесли? Ой, извини, мужик! Ой, да. Ой. Ой-ой-ой. Шо ж поделать-то? Ага, рычаг, крестик. Крестик, рычаг. Оп. Я нажал. Ёшкин кот, сейчас что-то произойдет страшное. Спасите меня. Опа. Да, самый совестливый убийца. Я бы им дала второй шанс, этим полицейским. Я бы провела бы с ними беседу. Сказала, вы еще хотите работать на вампира? Вы уверены в своем выборе? Они такие, да. И только тогда выпускать контрольный выстрел. Но они не хотят разговаривать. Так, а чё? А где я? А чё музыка пропала? А что происходит? Трансчипко. Так. О! А, нет, это совпадение. Ладно. Так, все, здесь я была. Да, вот в этой игре, что меня еще отпугнуло, что трупы остаются. В Лари Крофт они такие жух, испарились. Ой, что, ты добить не успела, он уже исчез. А, тут все. Вот видишь, что ты видишь, смотри, что натворил. А ну-ка, посветите мне. Секретик, нет? Нет. Вообще тут по закоулкам лучше не ходить. Так, ладно, что-то я опять... Ой, какая прелесть. Меня же показывают. Огонь, сказал Дарт Вейпер. Огонь! Всем сейчас по... Огонь. Огонь. Наверное, не то имелось в виду. О, а это что за таблички? Флэф, ага, огнеопасно, короче. Левар. Треспаре. Онлайн. Лябле. Корпрескусьон. Я вампир, я не умею читать. Я полувампир. А, вот. А, значит, здесь разбивается? Ай, блин, не разбивается. Ну, алло. Я знаю, что нам нужен дробовик, потому что он очень нужен. Он прям нужен. Феномен... Ёшкин кот. Спасибо большое, неадекватное, за манку. Прям, это очень адекватно и прекрасно. Вот. Так. Ё-моё. Ну все, попал. Ха, как тебе мой клиночек?
А еще у меня в штанах чесночочек. Ладно. Он меня заставляет хвастаться чесноком. Не знаю, он уже все. Так. Шо несу. Ламперюгам колбасу. Так. Полочки. Сейчас кто-то за этой полочкой будет. Тут не бывает, чтобы кого-то не было. Здесь всегда кто-то есть. А ну иди сюда. Опа. А, ёшкин кот, а ты там чё? Гад такой. Я думала, ты один тут. Патрулируют они тут. Что вы охраняете тут? О, Дарт Вейпер ушка маны насыпал мне. Ай, ёшкин кот. Тут он наш этот стоит в стену, смотрит. Это все из-за маны Дарт Вейпера. Он просто все попутал. Так. А ну идите сюда все, кто здесь есть. Сдавайтесь. Руки за голову, ноги за уши. Ах, гад! Кто стреляет? Угу! Стоп! Блин, ну ничего, куда он делся? А, привет! Ёшкинку. О, убился. А, ты вот он еще. Блин, кончик. Ё-моё. Вот это засада. Вот это засада, а? Ой, какой коварный тип. А ну что у нас по здоровью тут? Аптечки. Ну вот аптечку возьмем. И классно. Мы в принципе что-то тут... Что-то тут у нас... Надо только внимательно смотреть по сторонам, потому что здесь есть всякие ломательные штуки. А что здесь нарисовано? Опа. Ого. Граффити. Ладненько. Так. Что-то у нас будет поворачиваться, да? Сейчас мы повернем. Ты-ты-ты-ты-ты, обязательно. Сохранякаться надо. С моими кривыми рученьками это прям... прямо все. Без сохранений нельзя, потому что... Так, надо запитать консольку, мы бежим куда-то, я не знаю куда, зачем. Здесь будет страшно, здесь сейчас будут какие-то монстры. Ага. Эй, ёшкин, ты... Блин. Ты чё? Как ты это делаешь? Там колдун какой-то. Ах, чудесно, прекрасно. Спасибо за ману. Так, загрузимся. А что ты там? А, сюда иди. Ой. Блин, ты чё? А, кто... Ты что, через... Нет? Ага. Аптечка. Это хорошо. Это хорошечно. Прямо-таки чудесно. Весь мешок пере... Ну и фиг с ним. Ха, иди сюда. Ах ты, блин. Ну, блин, какие они... коварные типы. Опа. Что-то здесь прячется. Ага. Все вижу, все знаю. Ах ты! Блин. О, да. Вот как так можно вылезти? Здесь могут кто-нибудь стоять и тебе в голову втащить блейд. Ты думай своей кочеришкой. Что это там надо? Так, ладно, возьмем аптечку. Взяли. Возьмем тут аптечку. Не будем. О-хо-хо, привет! Здоровеньки булы! Как дела? Ага, все хорошо. А, разобрались. О-хо-хо. Так. Шо? Заработало? Ура! Заработала! Так, хорошо. А, дробовик, значит, не здесь. Не здесь дробовик. Но надо бдить, надо следить, чтобы он был где-то. Он нужен очень. Без дробовика нам будет. Да. А, что, здесь никто не выскочил? Странно.
Опачки, опачки, крутится, вертится, шар голубой, крутится, вертится, поезд. Ржавый. Ладненько. Ехаем. Спасибо за ману, Павел. Так. Идем дальше. Куда мы идем? Нам нужен пистолет. Пистолетик. Пистолетушка, пистолетище. И ты сюда иди. Ой! Смотрите, стоит он там, мух ловит. Ты чё? Твоего товарища только что грохнули. Псыч! Что-то они какие-то сонные. Я так подозреваю, что режим очень сложно подразумевает то, что ты будешь смотреть на все это, и тебе будет очень сложно удержаться от смеха. Что это было такое? Стоят что-то. Элитное, блин, подразделение охранников. А вот эти вот, кстати, типы, они иногда берут и стреляют по ногам. Ой, пончик меня зажал в проходе. Что это такое? Полицейский произвол какой-то просто. И я буду жаловаться. Опа, погодите. А что я сделала? А ну-ка. Не убивает? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, будет немножко попарился. Теперь будет сейчас всех убивать. Опа, чтение. Чтение читает игра. Ага. А, ёшкин! Блин. Вы меня когда-нибудь... Опа, все, рассыпался она. А теперь смотрите сюда. Глаз алмаз. И что? Опа. Опачки. Не откроется, ну и ладно, нам дверь не нужна ваша. Ага, а вот так потихонечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Оп. Ах ты, ух ты! Фига себе, это что, пончика так накрыло? Ничего себе, зомбоиды какие-то. Алло. Ах ты, гад! Что, бессмертный? О, у него даже деньги есть. Ничего себе. Это круто, конечно. И что теперь? Ёшкин. Аллилуйя! 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 Чудесно. Прекрасно. Огонек. А ну погодите, я хочу проверить. О, проверил. Работает огонь. Хорошо работает. Так. А это чтобы знать предстоящие риски вообще. Так. Ага. А то может он и в огне не горит, и в воде не тонет. Нет. Да. То, что в воде тонет, это хорошо, значит, он не... Ёшкин кот. Да шо ж такое-то? Не хочу возвращаться, потом воспользуюсь. Оп. Хо-хо-хо! Так. Сохранякаемся, конечно же, как же без сохраняний. Без сохраняния. Сохраняня сохранит вас и спасет сохранит. Так, ой, куда ты зашел? Ой, блин, вот эта камера, когда у меня пальцы путаются, мозг сломался, все просто. Яу. Куда я попала? О! Всех мочу просто. Захожу и просто мочу. Ой, машу сабли свои. О! Ниндзя, блин, ты чё? Ага, видали, что он сделал, да? Вот этот выстрел такой. Типа, я должен выстрелить в этот фикус. Да. Молодец. Выпишите за это премию этому молодому человеку. Ух ты, блин! Весь мешок переполнен. Сейчас будет не переполнен, смотрите. Опа. Оп, все хорошо.
Орушечно. Ага. Чудесно. Так. Оп. 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 Так, а что здесь переполнено? У нас аптечки тоже. О! У нас прям профицит аптечек. Что, в окно надо прыгать? И... Разбежавшись, прыгну из окна. Вот я был, и вот он, я здесь тоже. Так, ясно. Охо-хо, хе-хе-хе. Мы бежали налегке, но теперь у нас... А ну, что это за лестница? Стой, я тебя увидела. Ух! Ты откуда вылез, блин? Что делать? А, это декоративная... Убери. Хо-хо-хо, ладно, 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 ладно. Так. Эй, да ладно. Все нормально. Не надо нам за той аптечкой бежать. Мы сейчас будем всех планомерно уничтожать. Конечно же. О-хо-хо. А, да. На самом деле эта музыка заряжает на такую прям бодрую игру. Если бы они поставили классическую музыку, я бы катаной махала под ритм Моцарта. Или Листа. Или... Ну, в общем, да. Рахманинов. О, не, ну Рахманинов это было бы классно. Опа, приветики! Так, стоп, стоп, стоп. Не бить меня, не убивать. Я хочу забрать деньги. Где деньги? Ага, вот деньги. Так. Кто хочет? Опа, испытать мою дальность стрельбы. Опа, готовенький. Кто на новенького? Кто на новенького? Хе-хе-хе. Так, убери свой пистолет. Что это за знак? О-о-о. Убогим вход запрещен. Там нарисовано. Ну, что-то они оттуда вышли. Ам-та. Опа. Оптечка. А, ну хорошо, у нас как раз тут немножко. Опа, привет. Здорово. Ой. О, блин, а как? Погоди. Чё? Ты же можешь... А, вот. Все. Я вспоминала, как он ходит боком. Хе. Да, ёшкин кот, ты чё? Он чё, меня кулаком мочит? Алло. Да ё-моё, чё-то я залагала жестко тут. Погодите, дайте. О, в замедленном слоумо получаю, короче, я тут. Ну всё, отведай катаны. Посмотрите, пухляш. Время зря не терял, тут он не за пончиками ходил, а на фитнес записался, походу. Прям взял меня так плотненько прижал. Так, ладненько. А, ладненько, ладненько, прекрасненько, А, ну здесь мы были. Текс. Не хочу прыгать на ящик из-за кусочка жизни. Как бы... Пусть сами прыгают, кому надо. Оп! А вот оно лежит тут. О, привет, очередь, да, стали? Ну, давайте. А люли раздаем бесплатные с большой радостью, нам нравится. А, да, это наша работа. Ой, большое спасибо за манку. Так, и чё? О, погодите, погодите. Сейчас мы сделаем небольшой тут вам изменение интерьера. Опа. И чё, там ничего в углу нет? Эй. Я хотела что-нибудь забрать. Ладненько, прыгай. О-о-о. Да. Канализация, чудесно. Надеюсь, мы здесь не задержимся. О-о-о, чтение. Черепашки-ниндзя. И здесь.
Нету их тут. Ладно. Что ты прыгаешь? Ёшкин кот, я хотела... Нет, только не... О, господи, я думала, сейчас задену эту бочку. Ой, как он, квадрат этот называется? Как это называется? Ящик. Вот. Блин, это было прям страшно. Вот так вот, хорроры и надо играть. Если тебя не пугают, надо самому пугаться. Но это не хоррор, конечно, это такая бродилка. О-хо-хо. Что-то он там стоит, точит. Что ты меня ждешь, да? О-хо-хо. Красиво. Красиво. Так. У-у-у. Смотрите, ну мы дробовик припасем. О-о-о, ёшкин кот, да что ж ты целишься? У-у-у, нет. Не убивайте меня. Так. Давай резкий разворот. Ёшкин кот. Не. Да выпендри. Чё? Чё? Не поняла. Что происходит? Так, ладно. Кто-то стреляет, блин. Чё? Ладно. А. Ладненько, ладненько. Опа, тут же знак. Ох, ёшкин кот. О, привет! Мы по тебе соскучились. Чё там сидел-то? Бедолага. Заперли. Не-не-не, я еще там внизу хочу забрать. О-о-о, алло, привет. Так, погодите. Погодите, погодите. А! О, блин! Гуд. Ну так, возьмем, сделаем что. Так. Опачки. О, серебряные патроны для ружья. Это же просто все. Это мы заряжены. А что у нас там по патронам? Так, 20 таких. О, разрывные есть, но у нас их нет пока. О, 10 серебряных патронов. Селебляных. Селебло, селебло. Ай, ёшкин кот. Так, ладно, ладно, уходим. Уходим. Так. Ну, ладненько. Идем сюда. Наверное, возьмем... Что, пистолет? Пистолет. Опа, давайте этого грохнем, пока он там не начал вякать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вижу цель. Оп. Переключаемся. На! Сила. Уничтожители просто. Просто потрошим. Это что? Лазер-трансформер? Это интересно. Очень интересно. Ах. Так. Аккуратно. Оп. А чё, ничего не... Ой. О-о-о-о. Стоп. Хорошо. Молодец. 5 баллов. Так. Здесь чё? Здесь чё? Здесь чё? Ничего? Ничего? Ладно. А, здоровенький был. О-о, нет. Вот так давай. Не. На, ты гад. Такой заметил меня, да? Тоже глазастый. А чё? А. Деньги взял? Взял, молодец. Давайте, наверное, съедим зарядик, а то какой-нибудь в резкий...
товарищ нас сразу грохнет. А! Стоп. Все хорошо, хорошо, чудесно. Так, здесь обойдем. Ничего. Из этого не выпало ценного. Нет. Мозги выпали. Мозг. Если он был, конечно. Да. Кнопка. Давай. Чу. Господи, я думала, я умерла. Мое сердце остановилось. А, оказывается, нет. Ах ты ушлепок! Блин! Притворился мертвым хомячком. Гад. А опасные у них там курсы полицейских. Мертвый хомячок ленивый. Ленивец. Хитрый мангуст. Так, тихо. Стоять все! Всем руки вверх. Кто здесь есть? Так. Никого. А, ладно. Оп, опа, хорошо. Вот это прям чудесно. Так, и что? Ау. Ёшкин кот, кто стреляет? Паучи, сейчас ботинок в рот. Где ты? О, привет, худой. Тебя этот, что ли, объедает? Другой, коллега твой. Так. Так, живых нет? О, привет. Симпатичные очечки у тебя были. Так. Ёшкин кот, блин. Погодите, погодите. О, нет. Стоп. Стоп, 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 стоп. А давайте возьмем аптечку, возьмем вот эту, и мы там что-то еще не залезли наверх, да? Что-то я погнала куда-то тут по ящикам, за ящики, под ящики. Ой, тороплюсь, тороплюсь. А, не надо торопиться. Мы тут еще кого-то не грохнули, он стреляет, слишком чувствует себя здесь. Уверенно, блин. Сейчас мы его откатаним. Че, нормально тебе? Ёшкин кот, да не падай ты. Живучий. Толстячок, толстячок. А добродушный хомячок. Так. Погнали. Да. Сохраняние у нас сработало. А значит, дуем назад. А дуем, дуем, дуем. Ой, как тут прям видно эти, кстати, блоки. Ужас, ужас. Ну ничего, так. Опс, опс, опс. Все, идем туда, где мы были. Ой, нет. Надеюсь, туда сейчас. Эти, 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 эти. Опа, да, туда. Хорошо. О, привет. Еще нормально, нормально, нормально. Оп, оп, массаж. Так, хорошо. А, ну давайте возьмем, да? Почему нет? Почему бы и да? Так, здесь сейчас будет что-то за что-то эпическое. Чтение. Так. Опа. Да. Ты уже почти там. Дела начнутся уже очень скоро. Мне быть осторожным? Нет. Остерегайся лидера Вон Эспера. Я слышал, он большой ублюдок и везучий. Ладно, я понял. Нарушать тишину только при надобности. Да. Ладно, я понял. Нарушать тишину и никого не бояться. Это по-нашему. Так. Опа, опа, собакен, собакен, привет, ты шо? Шо такое? Сидеть.
Лежать! Эй, блин. Ну, так надо было слушаться. Нормально бы сделал, лежать. Эй. Ёшкин, вот он здесь стоит. А ну погоди. Я хочу, знаете, что сделать? Ой, нет. Я хочу вот так. Кого-нибудь убила? Надеюсь. Че он там? Он что, не поджарился? А, поджарился. Вот деньги его лежат. О-хо-хо! Стоп, а здесь под. Че? Патроны пропали, что ли, или... А этот мне ничего не дал, ладно. Так, а чё ты не... Оп-оп-оп-оп, режим скрытности. Оп-оп-оп-оп-оп, ага. Никого. Так. Стоп. Ой, погоди. Опа! Пули для... Блин, да дайте мне для дробовика побольше чего-нибудь. Вот прям очень хочется мне много дробовичных патрончиков, чтобы гасить вас просто... Так, стоп! Ладно, не стоп, пойдем дальше. Ё-моё, вы чё, алё? Блин, напугали меня. Напугали меня. Ладно. Меня не напугаешь. Так. Ой, вот это надо ударить прям. Прям да, надо. Так, а здесь что? Я здесь все проверила. Ну ясно, отсюда мы вышли. Ладно, значит все, значит можно идти смело. А, сделал дело, гуляй. Нафиг. Так. Вот этот черный угол мне почему-то. Что здесь? Что с ним не так? Что такой черный? В таких углах обычно что-то прячется. Здесь спрятались уже двое. Так. О, привет! Я тоже соскучилась. Ой, ёшкин, наляж ты уже спокойно. О! Тонизирующий напиточек нам подложили. А там чё? Это чё такое? А ну сюда иди. Давай, давай, давай. О, разрыванные патроны, блин, это просто все. Это мы уже все, считайте, всю игру прошли. Разрывные патроны. О, привет, ёшкин. А вот так вот я успела предотвратить свою погибель. Только не тем, надо было аптечку брать, блин. С перепугу. А чё перепуг... А, ну давай аптечку возьми ещё. Она все равно не полностью лечит. Так. Ага. Охо. Эй, ёшки, охо, да шо ж вы такие резкие-то? Чё ты там делал? Чё ты... А, углеродное поле. Эй. О. Я взяла ее? Да. Так. Музыка затихла. Повторное... А, воспроизведение включено. И ёшкин. Вот. Блин, собаки эти. Фу-фу-фу. Самые опасные враги здесь собаки, блин. Ой-ой-ой, да давай же все. Собака, где твои деньги? Эх.
А ну пустите меня сюда. Ладно. Так. Стоп. Аптечку или... зарядик. Перезарядить стволы. Я вот не поняла, что это такое. Сейчас мы сделаем, да? Вот что... А, нам вон что дали. Ух ты. Ух ты, нам что на все... Подожди, нет. Не-не-не, все, мы сделали. И что нам сдали под... Погоди. И здесь нам что-то... Это было. Ладно, нам дали коагулянт. И... что-то там, патроны для дробовика. И забрали $200. Блин, ну капец, ободрали. Так, погоди, нет, мне серебряные пули пригодятся. А... для другого товарища. Блин, ух ты какой! Так, хорошо. Хорошечно! Ага. Шо? Шо? Оп. Что, ничего нет? Нет, ничего. Давай, иди быстрее. Ой! Ёшкин кот. Хе-хе. Страшно. Давайте здесь сохранимся, да? Конечно же. А как нам не сохраниться-то? Ага. Сохранились. А что у нас здесь? Ничего. Да ладно. Ладно. Пожалуйста. Так. Двигаем, двигаем. Убери пистолет. Оп. Опа, возьми пистолет. Ха. Ты уже загрузил корабль? Да, готов к отправке. Я заглянул внутрь. Ты что? Ты сказал, что не будешь. Ты что? Мы попали. Ты знаешь, на кого мы работаем? Валентин не потерпит таких вещей. Ты знаешь, один на кого парень, мы работаем? Который их кинул, стал трупом в Восточной реке. Они узнают, и они вовсе не станут увольнять он тебя, а просто прикончат. Труп. Эй, край был широким, так что я сделал это, знаешь ли. Так что скажи, что я только мельком глянул внутрь. И ничего, я не видел ничего, только какое-то дерьмо там и все. Мне все это не нравится, так что я не желаю оставаться здесь больше, чем нужно. Это плохо, парень. Ты делал работу и приоткрыл, да? Да. Даже не закрыл это, как было. Черт, пусть другие ублюдки делают это. Я сваливаю отсюда. Да. Так, запиши. Береги себя, парень. Я заглянул внутрь. Ты заглянул внутрь. Я заглянул. Ты заглянул. Ты чуть-чуть. Я чуть-чуть заглянул. Ой, все, игра. Да. Ладно. В общем, да, он там что-то заглянул, что-то ему теперь трындец. Интересно, конечно. Разговоры. Куда пойдем? Куда податься? Так, и чё? Я не знаю, что делать. Ёшкин кот, что происходит? Загрузка какая-то. О, музыка поменялась. Вот здесь я не была на этом разветвлении. Я когда играла, ходила налево. Сейчас я пошла направо. Блин. Ёшкин кот. Чё здесь никого нет? Так, это корабль. Переводит перевозит грузы. Понятно. Может, просто мне надо было сначала сюда идти, я здесь что-то находила бы? Мертвяки, вон они. Так, он против мертвяков. Мы возьмем, мы не будем тратить пульки.
Музыка здесь уже такая посерьезнее, блин. Ёшкин. Чё-то у них... Так, деньги. Ого. Даже у них есть деньги. Так, ну ладненько. О! Чё, возродился, что ли? Ёшкин, вот. Ещё деньги? А ну-ка, давай ещё вставай, мне ещё деньги нужны. А, ладно. О! Да. Тут лежит заначка с патронами и с аптечкой. Я надеюсь, там дробовичные патроны. Чё? Нет, так не пойдёт. А я жива. Чё-то он какой-то мощный. Офигеть ты. Маотишь. О! Дружьевые, для ружья. Ёшкин кот. А, ну давай. Угу. Возьми, да? Ё-моё, вы чё? Бессмертные тут, что ли? Деньги. А, ну он по 4 доллара дает. Можно, конечно, так его бить. Ладно, лежите, ребятки. Не хочу я вас мучить. Ёшкин кот. Он почувствовал меня. Может его грохнуть? Что-то ему грустно вот, наверное. Все грохнули, его нет. Давай, вставай, я знаю, что ты живой еще. Лужа не растеклась. Чё ты халтурщик? О, полежал такой, а, пора вставать. На работу ровно в 5. Так. Хорошо. Немножко можем подрасслабиться. Вроде здесь нельзя это все сорвать. И что? И что? Ага. Ага. Значит, это просто... Что? Что? А, нет. Здесь есть ход. Чтение опять все, короче. Сейчас будет какое-то веселье. Ёшкин кот, опять куча каких-то. Нет. Почему здесь зомбаки только ходят? О-о-о-о, нет. Самые противные они тут. Потому что тупые и машут. Просто машут. Вот хочется им не машут. Чё ты машешь? Теляк, отдохни. О, денежки. Ах ты, гад. Вот цвет еще такой страшный, красный. А для меня хоррор это на самом деле очень просто. Можно просто лист цветной бумаги красного цвета положить передо мной, и для меня это уже хоррор. Да. Так. Чё, ты встал уже? Пациенту еще не разрешали встать, ложись. Все. Так. Ладненько, аптечка так аптечка. Нас заставляют опять съесть аптечку. Так, а здесь что, кнопочка? О, погоди. Опа, генератор включен. Генератор включен. И что? Это что? Что, серьезно? То есть вы мне второй раз дали ружье? И не дадите мне в 2 ствола играть? Я хочу с 2 рук стрелять в ружье. Хочу. Так, а это что за кнопка? Стоп. Я вижу, что ты кнопка. Погоди, нажмись. Чудилось, походу. Ладненько, идем дальше.
Нокаутируем всех, кто... Ох ты, ёх ты, пох ты. А, нет. Вас мы бьем с... только вот этим. Короче, что-то эти ребятки высвободили. Нехорошее. А, вот. Я фильм не помню, если честно. А, вот. Потому... Для меня эта игра прям загадка. Почему они все мертвецами ходят? Я вообще не пойму. Что случилось? Что они там увидели в этом ящике? Или это просто какое-то ответвление сюжетное, несопоставимое с фильмом? Ну, короче, да. Надо было фильм сначала пересмотреть, а потом играть. Так, чё? Вот сюда нам надо. Успокойся. Опа. Блин, вот эти двери. Сюда зайди сначала. Тут же комната целая. Ой, ёшкин кот, как страшно. Ковры красные. Шо за... Эй, ёшкин кот! Чё ты, блин, ниндзя, да, типа? Ниндзя, типа, да? Ха-ха-ха-ха. Ниндзю замочили. Крутит он тут свои. Блин. Чё? Ёшкин кот, обоймы переполнены. Ну как такое может быть? Возьми, запихни куда-нибудь себе в трусы, что ли, засунь еще одну обоймочку. Я не хочу ее здесь оставлять. О, спасибо за пушку, вот. Вот как так-то, а? И какие обоймы? А, это... Не понял. Ой, ну и ладно, до свидания. Так. Это что за шкаф? Он мне не нравится. Так, ладно. Ничего здесь в полочке нет? Нигде нет. Так, ладно. А здесь? Обоймы. А ну, а ну. Нет. Просто открыли шкафчик для интерьера. Так. Ой. Погодите. Этот ниндзя, конечно, да, опасный был. Ниндзя-вампирюга, блин. Ох. Ёшкин кот. Шо здесь? Иди сюда. Ай, у него так... Чё это? Посмотрите. Эй, 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 иди сюда. Плохо парнишки что-то. Совсем. Интересно. Нормально тебе, да? Ну, маши, маши. Давай, покажи, как ты умеешь. Чё? Ничего себе. О, не, это бесполезно. Эти, короче, эти вампирюги только... Ой, ой, ёшкин кот. Только катаной надо мочить. Только катаной. И все. Ну, или серебряными пулями, но я не хочу на этих вот мелких. Так, подождите, и что, нам ничего не дали здесь? Чё он... Просто... Просто дали... А здесь? Не. Ладно. Ладно. А, погодите, а тут обойма была. Ой, а где она была? Шо? Я заблудилась, блин. Здесь же была обойма. Была. Я не те патроны потратила, короче, ладно. Хорошо. Хорошо. Ладно. Так, здесь будет опасно. Я прям очень чувствую. О, привет. Давай, давай. Лежать. Оп. О. Так. Ну, теперь, собственно, ясно.
Почему, когда я перла на того босса, я проиграла? Потому что босс налево, а вот это все направо. И как бы да. Как бы да. Тут есть серебряные пули. И дробовик дают. Ну вот, я же говорю, это что-то горит. Метод тыка научный. Так, ладно. Вниз, да? Ну, давай. Ой. Ой. Вниз. Самый низ. На дно. Опа, вот она, эта дверь. Ой. Что-то тут читает уже. Так, давай возьми катану на всякий, если что, возьмешь. Как она блестит. Ё-моё. Эй, ёшкин кот! О, сыворотка! Сыворотка чудо, выносливая. Можно, кстати, бахнуть с сыворотки немножко. Ладно. И что, мы съедим аптечку или не будем есть? А, ну давайте одну скушаем. Блин, ничего себе! Эй. Нет. Сохраняторы, блин. Господи. Ну, как я модно сохраняюсь, посмотрите. Да, сохранится. Я хочу запечатлеть этот момент. Как я тусила с вот этим мертвяком. О, здоровье. А чё? О, как. Всё, умех. Нет. А теперь? О, да, теперь да. Так, как мы шли? Вот так шли, да? Да. Хорошо. Привет! Ой, да вы тоже булки, на самом деле. Чё ты машешь тут? Чё машешь? Успокойся. Ой, вообще булка. Ниндзя, блин. Образ Чианетто. Чианетто. Да ладно. Огнетушитель возьми. Ой. Ёшкин кот, Хиларион демон, привет. Блин. Так он же с другой стороны не, беги от него. Он очень сильный. Да, мы тут сегодня играем в Выколи глаз называется. Так, мне нужны пули для дробовика. Опа. Сейчас все будет. Сейчас мы, короче, его. А, разворот. Старчес. Ох, ёшкин. Да, в Володе у нас заболел, немножко приболел. А вот, так что сегодня здесь вечером я. Оп. А берем дробовичок. Да блин, ты что за ящики спрятался? Шо? Блин, зачем разрывные? Ё-моё. Угомонись. Оп, разворот, давай, резко, мочи, оп, все хорошо, беги. Ё-моё, он еще бежит за мной. На, блин, нормально тебе тут? И чё вы мне не дали посмотреть на мою убитую жертву? Посмаковать этот
Ощущение победы пиксельной. О, ниндзя бежит, сейчас мы его будем убивать. Шо, мне бежать сейчас надо будет, что ли, быстро? Не-не-не-не-не-не-не, извольте. А, он сам, да? Ну ладно. Ну беги, беги. И где музыка? Шо так тихо-то? Тишина.